Старый. На борту написано старый. Украина силахлы гувелеры Харков вилайетинде ишхалчы рус ордусына мэхсус Т-72Б3 танкыны гэнимет götürüb. Bu barədə Ukraynalı jurnalist Yuri Butusov özünün Telegram kanalında paylaşım edib. Görüntülərdə qeyd olunur ki, ишхалчылар Харков вилайетində Украина ордусунун тәзигләре qarşısında davam gətirməyərək tankı атарак qaçıblар. Həmin görüntüləri sizə təqdim edirik. Идем забирать российский Т-72Б3. Под ударами украинских войск под Харьковом российская колонна в панике бежала. Одна из машин то ли была повреждена, то ли брошена по неизвестной причине. Ну, в общем, сейчас посмотрим, что там. Возможно, противник мог заминировать технику. Возможно, она повреждена. Калаш за Родину. Старый. На борту написано старый. Зетка тоже. Ну, отлично. С какой-то метлой или ёршиком, чем только российские танки не комплектуются. Песочек тут у них сразу. Главное, чтобы прицел не разбили. Прицел хороший надо. РФ. Такое надо сохранять. Сейчас тот российский Т-72Б3 с именем Старый будет поставлен на вооружение вооруженных сил Украины. Но российским оккупантам лучше драпать налегке. Им стиральные машины важнее, чем боевая техника. Танки лучше оставить настоящим воинам, украинским воинам, которые уничтожат всех российских оккупантов и освободят полностью нашу землю. И Донбасс, и Харьковщину, и Крым.